Добрый день, господа. Сегодня серьезный разговор. Приведу вам некоторые цифры, ну так, для понимания вопроса. Население Земли составляет 7,3 миллиарда человек. Из них 1 миллиард страдает от острой нехватки воды. И 2,5 миллиарда употребляют условно пригодную питьевую воду. Ежегодно от жажды и отсутствия питьевой воды умирает 5 миллионов человек. Но это где-то далеко, в Африке, наверное. И нас это никаким образом не касается. У нас с вами есть Енисей, Обь, Волга, Байкал, в конце концов. Если бы мне 20 лет назад кто-нибудь сказал, что я буду покупать питьевую воду в бутылке по цене за литр, превышающей стоимость бензина, я бы, наверное, не поверил, усмехнулся и махнул рукой. Вот эти 20 лет позади. К чему я все это? Мы покупаем горы ненужного хлама и радуемся, как дети. Мы экипированы, как космонавты. Наши ножи режут металл, наши камуфляжи ярче, чем оперение павлинов. Мы таскаем с собой горы оборудования и гордимся этим, хвастаемся друг перед другом. Хочу представить вам одну интересную, необходимую для охоты вещь. Мне ее подарил мой приятель. Стоит она меньше 1000 рублей. Но это совсем не главное. Разберем ситуацию. Со вчерашнего вечера мой путь составил 8 километров. Позади ночевка в лесу, впереди еще 2 километра раскисшей весенней дороги. Вес моего рюкзака 6-7 килограмм, плюс карабин. Чистых источников питьевой воды поблизости я не знаю. Ситуация. Могу навскидку представить еще пяток таких же ситуаций, но думаю, это будет лишним. Так вот, у меня в рюкзаке 20-граммовый рекавер. Производитель инструкции заявляет, подкрепляя это всевозможными тестами и экспертизами, что он страхует меня на 99,9% от холерного эмбриона, кишечной палочки и прочей движимости, для которой мое тело может стать домом, то есть недвижимостью. Как сказал кто-то из стариков, ты то, что ты ешь. В нашем случае ты то, что ты пьешь. Buradan başka çay yap.